И снова всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я продолжаю прохождение игры Наследие Мечей Магии. Дополнение. И как я думаю, я уже почти добрался до финала, до последнего босса. Так что топаем в центр этого летнего дворца. И будем надеяться, что он будет здесь. Этот Освин. Something's coming our way. Be ready. Ого. Чел решил себя защитить, однако. Ну, ладно. Надо топать вперед. Выбора у нас There нет. Are enemies ahead. Ну, это все, что вы можете. Давай, всех завалю. Понимаете, а? Так, это надо подлечить. Отлично. Бьем дальше. Достал уже. Так, ну а ты, ангел, почему не подходишь ко мне? О, ты решил так подойти, поближе? Ну давай, подлетай, я не против. Да не спасет тебя твое лечение, или что там делаешь? Что и требовалось доказать. Отлично. Looks like wizard place. Так, это плохо. Так, а теперь пора текать назад. Давай. Потому что если они все вот эти тучи на меня нападут со всех сторон, я не выдержу. Так что надо зайти вот сюда в центр, чтобы только с одной стороны их дубасить. Потому что это Спарта! Так, отлично. Вот так вот. Теперь подходите все, кто хочет. Давайте, ребята, я жду. Отдыхай. Вот долбаные лекари, а. Их это полушники умеют лечиться. Получаете.
Ясно. Наши лошадки. Жаль мне вас. А что еще противники? Да вы шутите. И кто же? Я больше никого тут не наблюдаю. А, о! Страшно. Так. Ну, у вас тут немного. Справлюсь быстро. Извини, Серафим. Вот это хорошо шарахнул. Согласен, атака была сильная, но последняя в твоей жизни. Значит, Серафимы не такие уж и слабые. Магия у них сильная, но физическая атака никакая. Так, опять еще одни. Something following us. Kill it! The raiders and Rosalie barged into the always happy to help. Mere moments after Duke Oswin had proposed a marital alliance between the houses of Falcon and Unicorn. Before they could make another step towards the Empress, the angel Adira moved to block their path in a flutter of golden feathers. Ясно. Значит, мы дошли все-таки. Не слушайте клевету герцога Освина, ваша милость. У нас есть доказательства того, что он замышлял заговор против Империи. Нелепость. Эти злодеи явно хотели причинить вред Императрице. Адира, разберись с глупыми ренегантами. А может, не надо? Yes, more glory. Фух, победили. Как вы? То есть да, ваша милость. А также Халат, Эдуард, Брид и Ирвал. Четверо смелых, отважно сражавшихся со тьмой, воцарившейся в Картале. Эти молодые храбрецы не какие-то бандиты. Герцог Освин, они герои. Полагаю, мы можем дать им слово. Эти люди, простолюдины, ваша милость. Они заслужили тюрьму уже за то, что осмелились прервать совет. Нельзя верить ни единому их слову. Правда? Тогда спросим того, кто не может солгать. Вы не возражаете? Юсцар Адира, известно ли вам о каких-либо действиях герцога Освина, которые можно счесть изменой Империи или мне? Герцог Освин всегда руководствуется в своих действиях интересами Империи, ваша милость. Мне кажется весьма странным, что Юсцар Святой Инквизиции уходит от ответа на такой простой вопрос. Полагаю, стоит провести надлежащее расследование, не так ли, герцог Освин? Неслыханно разбрасываться такими обвинениями, когда Империи нужно воссоединиться. Стража, задержите, пожалуйста, герцога Освина. Благослови вас, Эльрад. Баронесса Розали, герцог прав. Это достаточно серьезное обвинение. Но вы, кажется, сказали, что у вас есть доказательства. Да, ваша милость. Мои находки хранятся у Ангела Орны и людей Уилферда Килберна. Ваша милость, вы позволите? Лорд Килберн сражался бок о бок со мной во время Золотого Второго Затмения и воевал в сражении за Гнездо Сокола. Его произвел солнечные крестоносцы сам Эльрад. Предание рыцаря... Предание рыцаря нет во всей Империи. Так давайте же незамедлительно призовем их на Уайтклифф и арестуем герцога Освина и Юсцара Адиру ради их же безопасности.
Теперь Империя снова воздала герою. Герцог Освин и его сообщники арестованы. Все это благодаря доказательствам Розали и вашей отваге. А что же будет с герцогом? Освин будет лишен всех титулов. Больше он не герцог-единорог. Скорее всего, он закончит свои дни в тюрьме. Мне кажется, я знаю подходящее для него место. Одинокий остров в Диком море. Но ваша милость, ведь Освин был вдовцом и не оставил наследника. Это значит, что трон герцогства единорога остается пустым. Но ведь наследник есть. Ближайший кузен Освальда. Но ваша милость, это... Верно, лорд Килберн? Или я должна вас называть герцогом Уилфердом единорогом? Ура! Слава новому герцогу! Благослови Эльрад герцога! Я сделаю все, чтобы оправдать эту честь, ваша милость. И отныне посвящу жизнь служению Империи, Дракону Света и народу герцогства, единорога. Но если вы позволите, ваша милость, у меня есть просьба. Видите ли, по традиции, герцог-единорог не может быть одновременно и рыцарем Килберна. Я хотел бы назначить нового рыцаря. Или точнее, рыцарей Килберна. По-моему, у меня есть на это отличная кандидатура. Быть посему, бойцы Хаммерфолла, герои Карталя, кое-кто звал вас авантюристами и грабителями. Теперь же вы будете известны как новые лорды Килберна. True to their promise, the raiders brought Owen's ashes to Carthal's Chapel of Elrath, so that he could finally rest in the city of his birth. The raiders killed Luke, the brigand, putting an end to his notorious career. Maybe he would find peace in the next life. Ripley was a brute and a murderer. He deserved to die. The ancient Shantiris built their elemental forges to imbue their greatest warriors with the powers of the dragon gods. For the first time in centuries, in the heart of the Forge of Spring, the six dragons chose new champions. While the raiders were not able to save the knight Mombar from his madness, they did fulfill his dying wish by finding his long-lost daughter, Rosalie. Stripped of his title, Oswin Unicorn was sent to Fort Legare. Such is a traitor's fate, a hard fall from the highest circles of power to the damp darkness of a cell. He would never see a unicorn sit on the imperial throne. With their leader in jail, Empress Gwendolyn's opponents soon made a plea for reconciliation. Despite the troubles that marked the first years of her reign, Gwendolyn would emerge as one of the greatest rulers the Empire has ever known, and nobody would ever underestimate her again. Oswin's successor, Duke Wilfred Unicorn, became known as a just and caring ruler, if a bit, let's say, eccentric. As it turns out, he and Baroness Rosalie of Mombar shared more than just a love for little details and great mysteries, since these two were wed within the year. An avatar of Elrath himself appeared at their wedding to bless their union. I can testify to it. I was there. Marcus Wolfe spent 20 years in Fort Legare, until Empress Gwendolyn finally decided to pardon him. He returned to the free cities of the East to live the remainder of his days in peace, having, it seems,
finally abandoned his dreams of becoming a duke. Having been made Knights of the Empire and Lords of Kilburn, the Raiders enjoyed their new lands and titles for a time. Yet, the call of adventure soon resonated once again in their hearts. But that's a story for another time. Ну что ж, вот мы и прошли полностью дополнение к игре «Наследие меча и магии». Фух, значит, всем своим персонажам я набил по 30-му левелу. Отлично. Благодаря вашему героизму кварталы полуострова Гин освобождены от злых козней Рабоса, мастера Ассасина Безликих, а также сил тьмы, нарушив договор герцога Единорога. Вы укрепили правление Гвендолин Сокол и открыли для Священной Империи новую эру, эру мира, процветания и просвещения. В награду за это императрица сделала вас рыцарями Империи. Больше вы не простые герои, вы лорды. И получается, что всю игру я прошел, ну, по игровому времени, за 1 месяц и 2 дня. Думаю, это круто. Ну что ж, походу на этом все. Я завершаю прохождение данной игры и встретимся в моих следующих прохождениях. Так что на сегодня все. Всем пока-пока.